Всем привет! Сегодня у нас посылочки с Алиэкспресс. Сейчас вместе с вами посмотрим, что же в них пришло. Отодвигаем, чтобы они нам не мешали. Так, первая посылочка пришла довольно быстро. Здесь очень много втирочек. Все это мы с вами протестируем. Посмотрите, какие красивые. Разные, разнообразные. Так, должно быть тут 7 штук. Все правильно, 7 штучек. Вот такие красивые баночки у них. Давайте откроем, посмотрим. В каждой идет аппликатор, что очень хорошо, очень радует. Так, и вот такие, ох, как они шуршат. Вот такие баночки интересные, с крышечкой, с такой прозрачной. Ну, наполняемость видите сами. Ну, я думаю, этого достаточно будет. В любом случае, это не так уж мало, как бывает. Еще меньше кладут. То есть, это все терпимо. Позже мы с вами протестируем. Вот такие вот красивые цвета. Ну, так, номера на самой банке, по-моему, нету. Никаких номеров. То есть, так, выбирать на цвет. Вот такой золотистый, красивый, бронзовый прям. Синий темный, зеленый и серебро. Очень красивые втирки. Я надеюсь, что они также будут выглядеть. Следующая посылочка у меня. Это база. Ну, естественно, это не оригинал. Но вроде по отзывам, судя, очень хорошая копия. Сейчас в магазинах ни хрена оригинала не найдешь. Поэтому камнями в меня не кидайте, что я заказала не оригинальную продукцию. Так, густое базовое покрытие рабер. То есть это каучуковая база Уна, так называемая. Сравнить у меня не с чем, у меня нету оригинальной. Ну вот, видите, какая консистенция. Очень густая, кисточка такая маленькая, непривычная. Тягучая, очень густая, по консистенции должна быть хорошая. Запах у нее приятный, мне напоминает базу Окси. У меня есть такая. Так, ну вот информация какая есть. На пузырьке посмотрите, у кого есть оригинальная, можете сравнить, понять. Ну, конечно же, за такую стоимость, 300 с чем-то рублей стоил этот пузырек. Я думаю, что вряд ли это будет оригинальная продукция, хотя кто его знает. Так, следующая посылочка. Большой конверт такой, он пришла очень быстро, посылочка. Здесь очень интересные слайдеры, такие забавные. Заказывала несколько наборов. Это вот идут наборы, то есть не разрезанные. Даже очень хорошо, что они не разрезаны, не свернуты, как обычно продавцы вот так гармошкой свернут. Вот так вот хорошо они пачечкой, стопочкой выглядят. Посмотрите. Мультяшные такие герои. Прикольные тут и коровы, и свиньи. Ну, может быть, кому-то захочется. Ну, просто интересные. Они стоили недорого. Решила взять несколько наборов вот таких. Достаточно веселенькие. Так, следующие. Ну, это, знаете, это я взяла больше для себя. Люблю матрешек. Может, где-то просто приклеить. Ну, интересные. Я матрешек вообще обожаю. Может, знаете, День России будет или выборы какие-нибудь. Сделать такой маникюр. Я как-то делала на день выборов, по-моему, с флагом, с российским, с гербом. Триколор и герб России. А это вот матрешку можно прилепить кому-нибудь. Так, следующая у нас уже такая летняя тема пошла, вкусная. С фруктами, с ягодами. Очень интересные такие слайдеры, сочные такие, веселенькие, яркие. Здесь у нас тема орхидей. Вот такие красивые. У меня вот такая, по-моему, есть и такая. Ну да, вот такие две у меня есть уже. Ну, лишние не будут, они тут набором идут. Можно по отдельности один слайдер купить у продавца, если вам понравился какой-то один. А можно наборчиком. Так выходит и дешевле, и вот сразу готовая такая
Так, этот идет без пленки почему-то. Ну, вроде как, может, это наклейки. Нет, это как все равно слайдер, просто без пленки. Вот такие ягодки, тут уже одиночные такие идут рисунки. По одному, вот, одно яблочко, один ананасик. Ну, очень интересно тоже. Так, следующая вот такая с птичками интересная тоже. Интересный слайдер. Ну, рисунки, конечно, большие, если только на большой пальчик, вот еще может быть. А так вот на такие вот он уже будет. Маленькие вот эти птички, да, они пойдут хоть куда. Очень красивые. Вот это что-то не пойму, каким тут образом, кто это вообще, что за птица. Вот эти красивые ласточки. То есть вот такое красивое тут все. Попугайчики. Так, и последнее вот это вот тоже ягодки, яблочки, виноград, персики, вишня, бананы, апельсины. Тоже очень красивая, сочная такая наклейка, слайдер. Так, и последняя посылочка. Последнюю даже сама не смотрела, что там. Это три гель-краски, гель-лака. Возможно, это гель-лаки. Просто в баночках. Это кошачий глаз 9D. Сейчас будем все тестировать и смотреть, как оно выглядит. Сейчас я подготовлю, беру тут фон, чтобы нам тут ничего не вымазать. И будем с вами смотреть на них. Так, значит, первый у нас S05 номер. Здесь должен блик такой быть зеленый с таким сиреневым, пурпурным. Давайте откроем, посмотрим. Так, сейчас я, наверное... Так, вот так вот это все выглядит. Посмотрите, какая красота. То есть переливается двумя видами, двумя цветами. То бирюза, то такой вот сиреневый. Прям очень красиво. Вот на крышке особенно виден эффект. Так, следующий. Следующий номер S10. Так, здесь у нас уже идет золото с красным. Вот в камеру золото не видно, а видно красный цвет. Ну, в зависимости тут от освещения, вот на крышке, видите, то золотым, то вот таким пурпурным даже цветом. Так, вот эти вот поотрывать сразу. Да, на камеру вам так не передастся. Ну, ничего, мы будем выкрашивать, смотреть. Так, и следующий у нас цвет S07. Это уже такой у нас синий, тоже с таким вот фиолетовым. Ой, хотела быстро оторвать, не получается. Ну, тоже вот на камеру трудно передать, даже он какой-то синий цвет больше виден в камеру. А так вот он переливается синий, вот крышкой, когда шевелишь, еще как-то там можно уловить. Ну, сейчас будем выкрашивать все это и посмотрим. Так, давайте перемешаем. Ой, знаете, какая глубокая баночка, оказывается. Вот при перемешивании, я думаю, видно, да, цвет. О, как красиво. Вот теперь действительно мы видим картину. То есть такой от зеленого, от бирюзового даже цвета. И в такой темно-фиолетовый, красивучий. В зависимости от освещения меняется блик. Так, перемешали. Следующий перемешиваем. Тоже вот видите, как начинаешь мешать, и вот видно оттуда такой золотистый, как со дна, как будто он откуда-то. Баночки достаточно глубокие. То есть много там этого содержимого. Консистенция вот как у гель-лаков. Не густая, не жидкая, такая хорошая. Достаточно будет в один слой, наверное, покрывать. То есть очень пигментированные они. Ой, вот это вообще прям полная через верх банка. Да, я думаю, тоже заметно, да, как цвет меняется такой от пурпурного в темно-фиолетовый, прям в синий даже. Так, ну все, я думаю, размешали. Сейчас начнем выкрашивать. Приготовила вот этот опять веер. Веер черный. Так, ну что, сейчас сдвину, чтобы не мешали. Давайте начнем с этого
цвета красивучего. Даже при нанесении уже так красиво смотрится. Разным цветом переливается. Вот, я думаю, видно. Так, и делаем теперь блик. Давайте вот этим круглым красивым шариком. Так, как бы вам передать цвет этот, а? Вот я вижу, он и такой меняется. А на камеру он почему-то одним зеленым больше виден. Ну, я думаю, все тут и так понятно. Вот чуть шевелишь этой типсой, он в фиолетовый переходит. А в камеру вот он почему-то плохо, его заметно, этот эффект. Так, ладно. Очень красивый, очень такой быстро реагирующий блик. Ладно, сушим. Продолжаем. Теперь вот этот цвет, который у нас с золотым должен переливаться. Здесь тоже он на камеру такой пурпурный. Но вот отсюда я смотрю, у меня видно, что он и золотом отсвечивает. Так, делаем блик. Ага, вот так, когда поворачиваю, вроде как золотистый заметен эффект. Ну, все равно не так видно на камеру, как вживую. Все-таки вживую очень красиво это все наблюдать. А в камеру, конечно, немножко у нас отличается цветопередача. Так, ну и последний. Вот он высох. И последний у нас вот этот красивый синий с фиолетовым. Наносится хорошо, как гель-лак такой, вот, знаете, не жидкий по консистенции. Вот так вот красиво выравнивается сразу. Так, и делаем мы здесь блик. Тоже реагирует очень быстро. Вот, вот когда поворачиваю, видите, вот и на средней, на этой вот золотистой, видите, цвет проглядывает. И на первой вот этой ранее, которая накрашенная. То есть видно, вот тут просто от лампы идет более такой вот самый главный пигмент. А тот вот второй проявляется уже, когда мы немножко в другую сторону наклоняем, относим. То есть вот, вот так вот видно, золотистый сразу появился цвет, видите? Лампу чуть отвернула, поворачиваю, появляется другой оттенок. То есть вот так вот можно поиграть с цветом. Вот так вот у нас одни цвета, лампу отворачиваю, уже при таком освещении более темном уже по-другому смотрится. То есть очень интересно. Так, пока болтала, у нас блик тут разбежался. Красота нереальная, короче. Так, ну все, просушила, просохли они хорошо, липкость небольшая имеется. То есть вот такие красивые кошечки. Очень интересные, очень красивые, с ними надо играть. На камеру передать, конечно, сложно это все эффект, но вживую, поверьте мне, очень все смотрится шикарно. Так, тирочки мы будем по одной наносить. Я буду топ просушивать сразу, чтобы в горячий топ втирать. Открыла все вот кулечки, освободила. И будем пробовать. Так, я приготовила черную типсу. Ну, думаю, на черном цвете самое лучшее мы увидим, как раскрываются они, вот эти блестки.
А так можно экспериментировать уже с любым цветом. Втираем. Видите, сразу как он отлично втирается. То есть без всяких проблем. Я очень была уверена в этих втирках. Их хорошо там, короче, отзывы на них хорошие. Хвалили, ой, даже много взяла. То есть втирается очень хорошо в топ без липкого слоя. Ну, в горячий я, конечно, втираю. Не знаю, как она будет в обычный. Вот. Смотрите, как хорошо получилось. Сейчас мы стряхнем лишнее. Так. Чтобы она на соседние участки у нас не распространялась. Видите, да? Она даже какая-то зеркальная. Возможно, даже если бы мы втирали не в горячий топ, а в остывший, может быть, она бы уже была у нас с зеркальной поверхностью. А так она немножко все равно мутноватая. Но очень красивый эффект получился. Давайте следующую пробовать. Сейчас нанесу топ, просушу и попробуем втереть в уже остывший топ. Посмотрите, какая красивая втирка. Вообще цвет такой нереальный. И мы сейчас попробуем втереть ее. Тут немножко рассыпалась. Как раз мы вот это все соберем с крышки. Этой втирки хватит очень надолго. Видно, что тут наполняемость побольше. Ну вот в остывший топ. Видите, что она более зеркальная получается. Втирается намного лучше даже. Шикарно. Маленькое такое количество пигмента самого. И видели, как оно хорошо втирается. И очень красиво смотрится. Прям вот это более зеркальное получилось. Так, давайте следующую пробуем. Также наношу топ. И на остывший втираем. Ну вот, я решила сразу 5 нанести топ. И будем смотреть, как оно втирается. По одной штучке будем брать. Ой, очень много его расхода тут хватит на долгие годы. Вот этот вот бронзовый вообще шикарный. Вот он действительно зеркальный, такой красивый. Посмотрите, как он смотрится шикарно. Да, втирочки действительно достойные. Можно экспериментировать, можно на каких-то светлых оттенках гель-лака. Вот, шикарно смотрится, блестит. Так, давайте теперь следующие будем по очереди. Вот 4 цвета еще. Следующий у нас вот такое серебро. Так, здесь у нас тоже вот на самой баночке рассыпалась. Мы ее соберем. Тут хватит намного. Я не экономлю, я просто не люблю, когда вот это вот все вымазанное. Поэтому заодно и пригодилось нам. Ой, даже сыпется с кисточки. Вот сейчас топ уже подостыл. Посмотрите, намного лучше все-таки на остывший топ втирать. Здесь уже прям зеркальный конкретно получается эффект. Тут действительно такой металлик, прям зеркальный эффект шикарный. Да, вот этот вот мне прям больше результат нравится. Так, ну давайте следующий. Следующий у нас вот такой синий красивучий. Вообще шикарный. Темный такой, благородный синий. Есть у меня синяя втирка, но она, по-моему, посветлее чуть. Может, даже и такая. Да, красивый получается эффект. Давайте макнем. Ой! Сколько сразу. Втирка такая сыренькая, блин. Прям сразу на кисточку такие поналипли. Как сказать, как хлопьями какими-то. Да, вот. Ну, здесь уже не так блестит она, как вот предыдущие. Вот эти две, они вообще шикарные. Прям действительно зеркальные. Так, здесь он немножко топ я не прокрасила. Ладно, это не столь важно. Главное показать, как она втирается. Так, и осталось 2 цвета. Следующий такой я бы назвала розовое золото. Тут очень много ее рассыпалось по вот этой крышке. Ой, ну сейчас я еще помогу. Досыплю. Так, красивый тоже цвет такой. Расход очень минимальный. Но здесь тоже плохо прокрасила топом.
тесновато, типсы рядом стоят, поэтому тут немножко кое-где недокрашены получились участки. Так, тоже очень красиво, зеркально получается. Еще топом перекрою, потом в конце вообще будет уже понятен эффект. Под топом оно будет больше блестеть. Так, можно даже попробовать вот этой вот штучкой. Хотя я привыкла спонжиком. Некоторые пальчиком вот так вот втирают, но мне не нравится. Пальцем как-то неудобно. Следующую. Последняя у нас такая красивая бирюза осталась. Тоже порассыпалась тут везде. Ну, мы сейчас ее соберем. Вот так вот на кисточку. И вотрем. Тут по всей банке. Влажная втирка сама. Тоже хорошо втирается, красиво, равномерно все, аккуратно получается. Ну вот больше всего вот эти два цвета, я же, они более зеркальные получились у нас. Так, ну давайте теперь перекрою все топом и покажу уже конечный результат. Вот так это все выглядит под топом, то есть блеска появилась побольше. Свет немного у меня тут темноватый, но я думаю, виден результат. Ну, а если хотите, чтобы оттенки были посветлее, наносите примерно такой тон лака. Подбирайте гель лака посветлее даже и втирайте с удовольствием. То есть вот так красиво получилось. Ну, все. Это тоже покрыло топом. Вот такой сегодня у нас получился красивый, я считаю, обзор. Все интересное, все яркое такое, красивое, насыщенное. Всем спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Всем вам удачи, крепкого здоровья, не болейте, держитесь там. Всего хорошего и до новых встреч!